Эксцентриссимо. Каждый миллионер живет на своей вилле, ест хамон на завтрак, обед и ужин с одним страхом. Как бы не потерять это все в одночасье? Так долго идти к успеху, экономить, нарушать законы морали, а может быть и уголовные, и остаться на бабах? Очень не хотелось бы. Австрийский миллионер Карл Рабидер оказался именно в такой ситуации. Но его не обманули деловые партнеры, не ограбили кибермошенники. И в Лас-Вегас он тоже не ездил, чтобы доверить капиталы рулетке. 7 лет назад он продал свой дом в Провансе, коллекцию планеров, Ауди и бизнес. Он понял, что заблуждался всю жизнь. Деньги не сделали его счастливым. Зато он попал в окружение лицемеров. Все свои 3 миллиона фунтов стерлингов Карл решил направить на благотворительность. Теперь он живет в маленьком домике с минимумом удобств, работает, проводит тренинги на тему «В деньгах ли счастье?». Для него оказалась достаточной крайне скромная сумма на жизнь – всего $1000 в месяц. В России, правда, Карл не был. Не знает, что можно и на меньшие деньги жить. Эксцентриссимо.